Всем привет! Сегодня 5 февраля 2015 года. Ветер, что ли, не пойму, а? Видимо, да. Небольшой. Иду на работу. Начало 9. Водитель меня уже ждет на Беляева. Мы с ним едем сегодня в Калужскую область проверять винный завод. Будет шуметь в камеру конкретно. Погода ветреная, снега нету, настроение бодрячком, выспался вообще нормально так. Лег вчера до 12. Выспался как никогда. В общем, едем в Калужскую область. Время 9:30. Нахожусь снова на Арбатской. Съездили мы в Калугу с водителем. Успел уже вернуться, уже успел дома борщ сварить, уже успел видос один обработать. Но у меня же задание висит на мне, да? 10 подходов надо сделать сегодня. 2 подхода уже сделал. Блин, оба неудачные. Что-то девчонки замужем все попадаются. Вот, осталось мне еще сделать 8 подходов. И будет мне счастье. Надо разогнаться, разогнаться. Сделал 3-й подход, опять-таки неудачный. Девушка почти замужем. Работает микробиологом и едет уставшая с работы. Пожелал ей приятного вечера и распрощался. Осталось сделать 7. Подхожу сейчас к 4-й. Делаю ей директ. Там ля-ля-ля-ля, все четко, все это. Она говорит, слушай, ну это какие-то пикаперские курсы по-любому. Ко мне так 100 раз уже подходили, типа это. Я сейчас еду, смотрите, с парнем, так что извини. Так, значит, так, осталось сделать 6. Так, сделал 6-й подход, наконец-то удачный подход. Познакомился с Танечкой. Дал номер телефона, говорит, давай попробуем. Прикольный был у меня 5-й подход. Точнее, 5-й подход, он такой спаренный был, один недоподход. Один был такой недоподход. Подхожу к ней, она меня спалила, короче, ну, девушка. 2 метра, наверное. Я подхожу и смотрю в глаза, говорю, привет. Она раз мне так показывает колечко. Я говорю, пока. Все, попрощались. Возвращаюсь опять на передовую позицию туда. Смотрю, на лавочке сидит девушка. Такая симпатяшка, короче. Это. Сидит там уже давно, я уже 2 или 3 ее видел. Тоже раз иду к ней, она меня тоже 3 метра спалила. Представлюсь, говорю, здравствуй. Она, привет. Я говорю, ты кого-то здесь ждешь? Она говорит, парня жду. Я говорю, ну как же так, парень задерживается. Обычно девушки должны задерживаться. Она говорит, ну пробки там сидела. И пробки 9:30, он тебе врет. Нет, я его жду, мы уже вместе встречаемся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, номер она мне не дала. Хотя фраза на взятие номера была, так что это был 5-й подход. Так, мне осталось 4 подхода, пока только один номер, как-то вот что-то не фартит сегодня вообще. Вообще не фартит. Что-то мне 7-й подход вообще не понравился. Подошел к девушке, имя не стало говорить, эмоции 0, уставшая вся. Прямо чуть-чуть настроение подпортило. Бывает, бывает. Осталось 3 сделать. Я решил сменить место дислокации. Думаю, последние 3 подхода сделаю где-нибудь в другом месте. Сейчас нахожусь на Киевской. И решил показать вот эту стенку, которую отреставрировали сколько-то там лет назад. Так, 3 подхода. Где же эти девчонки красивые-то? 3 штуки. Время 11. Нахожусь на Беляева уже. Зашел в магазин. Брат попросил сигарет купить. Что-то как-то мне сегодняшнее поле не понравилось вообще.
ужас. Последние три подхода тоже были неудачными. Я прям в шоке. Хотя я представляю, с чем это связано. Зуб у меня болит весь вечер. Сейчас что-то под вечер вообще разболелся нереально. Из-за жвачки, скорее всего. Что-то дует. Короче, сегодня 10 подходов, один номер. Мало, мало. Очень мало. Негодую. Негодую. Иду домой. Негодовать дальше. На этом все. Всем пока. Всем удачи. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет! Сегодня у нас 5 февраля 2013 года, да, день недели у нас вторник. Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 5 февраля 2014 года, день недели у нас среда, прошла неделя.